парке Малевич совместно с Третьяковской галереей открылась выставка современных художников. И это очень символично, так как Казимир Малевич был основателем супрематизма и целого направления в современном искусстве. Можно сказать, что все современное искусство пошло от Казимира Малевича. Но в этом и вы можете убедиться сами, посетив эту выставку. Прекрасное место для отдыха всей семьей и наслаждения искусством. В парке Малевича открылась выставка, где представлены 7 объектов современного искусства. Они созданы в разные годы художниками Франциско Инфанте Арне, Вячеславом Каличуком, Аристархом Чернышовым, Игорем Шелковским и Леонидом Тишковым. Парк Малевича представляет собой не только просто парк, а парк, в котором собираются все искусства. Для меня здесь вот участие с моими работами, встроенные на солнце и на пруду, частная луна и частное солнце, нашли очень точное местоположение. Просто вот как бы лучшего я даже представить не могу. Мне даже хочется отсюда, из этого парка, не уходить. Проект, созданный при поддержке Третьяковской галереи, призван раскрыть связь этих мест с такой значимой фигурой русского авангарда, как Казимир Малевич. В своих работах художники переосмысливают идеи авангарда начала 20 века. Эта точка стала сначала нашей точкой отчета. Вот почему у нас голова? Да потому что классика повержена была Малевичем. Повержена, сбросена с пьедестала. Но с другой стороны, в 20-е годы Малевич возвращается к фигуративному искусству. В экспозицию входят объекты монументальной современной скульптуры и паблик-арта. Они расположены в пешеходной зоне парка, среди деревьев, вдоль живописных аллей. Илья Рыков, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».